Привет, молодежь. Гудаури, Грузия. Анатолий. Саня. И Саня. Так, стоим мы на Фидебе. В общем, выше облаков. Красота неимоверная, можно сказать. Какая погода сегодня? 3000 метров над уровнем неба. Саша, вижу такое. Это выше, не знаю. Когда я разверну лыжи, сюда поеду. Ага. Я понял, прям туда. Окей. Какое-то время. Тебе понравится, сейчас дождусь ветра и попробую сделать это с места. Ветер подходит, она полезный. Всегда смотри, смотри, в сторону, куда будешь бежать. Это важно. Не разворачивайся в сторону тарапана. Я понял. Ты туда будешь ветер разворачивать. Разворачивайся вперед, куда будешь бежать. Да. Как оно может не понравиться?